Всем привет, Буняко! Ой, блин! Пимп, 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 Мина Шоу! Всем привет, вы находитесь на канале Мина Шоу! Я заметила, что почти 88% мои зрители смотрят мои видео без подписки. Первую, чтобы она попросилась. Даже он и поставь. Так что поставь на паузу и поскорее нажимай на красную кнопку, чтобы она поскорее превратилась в серую. А мы поехали. Пимп, 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 Мина Шоу. Сегодня я хочу с вами поближе познакомиться, поэтому я снимаю тег знакомства. Поехали. Как меня зовут? И сколько мне лет? Меня зовут Амина, и мне почти 10 лет как-то. В каком городе ты живешь? Я живу в городе Талдыкорган. Как часто ты будешь снимать свои видео? Ну, у меня нету определенного режима, но я постараюсь снимать почаще. Если у меня в ближайшее время не будет выходить видео, так что, мои лапочки, не обижайтесь, потому что у нас начинается новый учебный год. К тому же я уже перевелась в другую школу, и, возможно, мне будет чуть-чуть сложновато. Поэтому вот. Есть ли у тебя никнейм? Ну, не знаю, можно ли назвать это никнеймом. Мой папа, моя мама, почти все мои родственники, друзья называют меня Амосей. Если у тебя фотография, когда ты маленькая, то покажи. Конечно, есть. Ловите. Любимая песня в детстве. Спой ее. Я не могу назвать это моей любимой песней, но вы все же можете посмотреть. Еду. Конечно, да, кто не фоткает. Что бы вы хотели пожелать себе в будущем? Ну, я хочу, чтобы я хорошо училась, поступила в грант, чтобы у меня была хорошая работа, хорошая семья и так далее. Как ты узнала о YouTube? Ну, во-первых, мои все братья, сестры снимали видео на YouTube, а дальше я начала подписываться на блогеров, таких как Катя Адушкина, Мария Сен, Ева Миллер и так далее. И потом я тоже захотела снимать видео, создала канал, и вот поэтому я сижу вот здесь, перед вами за экраном. Будешь ли ты вести канал, когда станешь взрослой? Я точно не знаю, но надеюсь, что да. Надеюсь. А еще, ребята, я заметила, что некоторые блогеры называют своих подписчиков по именам. Например, Вики Шоу называют своих подписчиков вишенками. Я тоже хочу вас как-то называть. Я думаю, например, наподобие лапочки и так далее. А что вы предлагаете? Напишите в комментариях. А на этом все. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, что ваша кнопка уже серая. А на этом все. Всем пока! Я вас люблю. Пимп, 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 пимп.